Приближаюсь по Дубице главной надражи. То есть к вокзалу Пардубице. Вот здесь возле него такое довольно обширное парковище велосипедов, которые чехи оставляют, приезжая сюда и уезжая на влаке. И потом возвращаются на влаке, на велосипедах разъезжаются домой. Это здесь очень сильно приветствуется. Везде велосипедные дорожки, иногда они шире, чем пешеходные тротуары. То есть предполагается, что чехи больше ездят на авто и колах, или велосипедах. И не так часто ходят пешком. Все, сейчас захожу в вокзал, покупаю ездинку до Хрудима. Еду в Хрудим. На этом свое посещение Пардубице объявляю закрытым. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Мне очень интересно, что вы думаете о моем способе подачи информации. До новых встреч. Еще хотел сказать о местной особенности, особенности местных вокзалов. К примеру, вторая платформа у меня, Аколия 10. То есть здесь платформа разбита на несколько участков, которые имеют свои номера. Вот, к примеру, вот это вот 8-я колея, вот это 10-я. Хотя по нашим меркам, по украинским, это третья колея. Но так как платформа разбита на несколько участков, то соответственно и колея 10-я.